Мы знаем, так строится реальность физическая из действия души, из бесконечности, что текущее — это проявление вечности, проявление бесконечности. E noi vediamo già, sappiamo già che la realtà viene costruita così attraverso l'azione dell'anima che arriva dall'infinità e costruisce la realtà qui. И получается, когда мы выделили, как два стоп-кадра сделали, мгновение назад, да, и мгновение вперед. E quindi quando noi creiamo questa specie, diciamo così, queste due inquadrature, una di un attimo fa, l'altra di un attimo in avanti. Вот мгновения, они же быстро идут, мы даже не замечаем, да, а мы их как бы остановили. А тогда между ними что? Вот это же вечность, из которой все ткется, вот это будущее, где все уже есть вечно живущие. Allora, gli attimi passano molto rapidamente, non ci accorgiamo nemmeno. Se però, se riusciamo, per esempio, se torniamo nel periodo di un attimo fa, e poi vediamo anche l'attimo successivo, cioè il presente, quindi se riusciamo un po' a fermarli, a stabilirli, allora vediamo che tra questi due attimi c'è l'eternità e c'è anche l'eternità tra tutti gli altri attimi. И все люди в этом мгновении, все живущие, нам нужно, чтобы все живущие, да, жили вечно. Тот, который мгновение назад, да? Ну да, хоть, они хоть сейчас, хоть ну, люди же живут, да, мгновение назад, вот все живущие, да, написано. Мы когда это, и когда мы из этого мгновения назад смотрим вперед, и у нас этот яркий свет вечности раскрывается, там сфера появляется. Григорий Петрович вот говорит, вот эта сфера, которая возникает между двумя экранами двух кадров, это и есть уровень, который передаваемый. Мы тогда от времени все абстрагировали, смотрим только на эту сферу, которая появилась, и она начинает светиться, начинает разрастаться, и получается, все люди, которых мы захватили, ну, все живущие, получается, да, они так же, как мы, они начинают видеть вот свое бесконечное будущее. Так понятно? Да, 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 все понятно. Allora, noi torniamo nel periodo di un attimo fa, e quindi vediamo anche l'attimo successivo, cioè il presente, e quindi essendo in quell'attimo fa, noi dobbiamo quindi rendere tutte le persone infinitamente viventi, eternamente viventi. E quindi noi vediamo questa sfera che appare tra due attimi, diciamo così un po' li fermiamo, fermiamo un po' il tempo, quindi vediamo la sfera tra questi due attimi, che in realtà consiste nell'eternità. E quindi guardando continuamente questa sfera, noi vediamo come si espande, come cresce, e così vediamo che così si trasmettono queste conoscenze sul futuro infinito anche a tutte le persone. Quindi perché questa sfera, questa eternità, è un livello che può essere trasmesso. Получается, каждый человек так или иначе, он уже смотрит вперед, но у него уже вот этот свет открыт, он, это, вот это как раз эта вечность передаваема, и люди начинают видеть светлое будущее. Может, еще не осознают, что это именно вечность, но во всяком случае светлое, на самом деле это вечность, и они начинают это видеть. И таким образом, эта технология интенсивной передачи знаний мгновенно просветление, как бы всеобщее, открываем, ну, всеобщим, да, всем, ну, их личную, вечную жизнь, да, они же есть в будущем, из чего вот этот экран, с которого мы идем, мгновение, он же и состоит из их личной, вечной жизни, да, просто они как бы этого не распознавали, а вот мы раскрываем это. И anche questo schermo, diciamo, questa lastra, diciamo così, dell'attimo precedente, anche questo schermo in realtà consiste nella vita eterna e infinita di tutte le persone, solo che molte persone ancora non lo sanno. Ecco perché noi possiamo, per esempio, concentrandoci su questa eternità tra due schermi, tra due attimi, possiamo aumentarla concentrandoci, diciamo così, per un tempo abbastanza lungo, e così possiamo trasmettere queste conoscenze a tutte le persone, vedendo come questa sfera cresce e si espande. То есть, если мы смотрим с вами, ну, как бы через вечность, да, мы так научились с вами смотреть вне времени, да, ну, если мгновение там, как кадры просто перетянули,
раскрываем все, у нас получается следующий кадр к нам, и не только к нам, и к восприятию любого другого человека приходит норм. E così quando impariamo a percepire l'eternità in questo modo, allora noi riusciamo a percepire anche la norma per noi. La norma arriva da noi, però arriva non soltanto da noi, ma anche da qualsiasi altra persona. Anche altre persone imparano a percepire la norma. Вот, и таким образом мы можем передавать норму путем формирования вот таких сфер. Мы научились их выявлять. Quindi noi così possiamo trasmettere la norma attraverso la formazione, attraverso anche, diciamo così, la ricognizione delle sfere del genere. Quindi così noi impariamo a percepire queste sfere. E gli люди видят то решение, которое из будущего дает Бог. E così anche le persone vedono proprio quella soluzione che le viene data dal futuro, da Dio. И вот если мы хотим обеспечить уровень своего будущего резервным уровнем устойчивого управления, мы вот должны именно так понимать, что мы будущее, именно вечное, бесконечное, счастливое, все время видим. E se, per esempio, noi vogliamo anche creare, diciamo così, questa riserva del nostro futuro felice, infinito, allora noi prima di tutto dobbiamo capire che dobbiamo sempre vedere il nostro futuro felice e infinito, dobbiamo vederlo tutto il tempo. И мы как бы уже смотрим как бы вне времени, вне вот этих как бы кадров, делаем непрерывным вот это свечение этой вечности текущего момента и будущее. E quindi guardiamo continuamente questa infinita sequenza di inquadrature, di, diciamo così, di schermi, e quindi così noi vediamo anche che il futuro infinito e il presente sono ininterrotti, non sono interrotti, quindi sono come un unico flusso.